Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Сегодня, ребята, понедельник, а означает, что через 2 часа у нас начнется новая лига, новая игра, ребята. Так что пока забираем с вами нашу награду. Замечательно, бежим быстренько с вами в магазин и открываем колоду. Смотрим, что нам здесь достанется. Паукус я вижу, да? Ладно, хорошо. Лишние сюрикены не бывают лишними. Так, открыть колоду, забираем ревард. Поднять уровень персонажа. Давай-ка, наверное, мы поднимем быстренько уровень персонажа. Только вот кому? Сейчас определимся. Так, 45 уровень. Так, тут у нас 30. Секундочку, подожди-ка. У нас есть выбор с вами. Давайте, наверное, пульверизатору поднимем лев. А, нет, не получится. Погоди-ка, секунду. А что нам тогда делать? Кого будем с вами апать? Вопрос, конечно, интересный, интересный. Ничего не могу сказать. Да ладно, неужели я никого не смогу прапать? Погоди-ка секунду. У нас есть Бакстер Муха. Я ведь могу его прапать, так ведь? Точно. Фух, спаситель ты мой. Ну что же, отлично. Мы с вами это задание выполнили. Забираем с вами, естественно, ревард. Так, и теперь давайте пойдемте искать ДНК. ДНК нам нужно на кого? Ну, во-первых, на Микеланджело. Это в первую очередь. В данный момент, вы видите, прекрасно, 75 ДНК есть из 100. Так, отлично. Не очень хорошо. Замечательно. Так, ладно. Здесь нашли. Следующий у нас кто идет? Следующий у нас будет... Да, давайте Бибопа попробуем найти. Так, одно ДНК есть. Давай, давай второе, ну пожалуйста. Нет, как всегда, дудки. И, наверное, нет, смотри-ка, здесь нам дали. Отлично. Две ДНК из 3 попыток, это хороший результат. И теперь давайте напоследочек мы, наверное, все-таки с вами Бакстером. Или можно морозильную кошку, ребята. Морозильную кошку, кстати, тоже можно поискать. Только вот где она у нас? Как всегда, где-то в низинах. Да, вот здесь вот. Три попыточки у нас есть, поэтому давайте, ребят, потратим. Так, одно ДНК нашли, это хорошо. Второе, это замечательно. Давай третье. Угу, дудки. Ну что же, нам нужно, ребята, еще кого-то найти. И это будет у нас Бакстер Муха. Давайте попробуем здесь. Ну-ка, фартанет. Пока не очень. А сейчас. Так, есть ДНК, нашли мы с вами. Ну давай третью попытку потратим, так уж и быть. Две ДНК, замечательно. Ну что же, забираем с вами полностью весь ревард. Раз, два. Так, и три. Мне, ребята, нужно накопить 5000 сюрикенов для того, чтобы я смог перевести черепашонка из космоса в серебряный ранг. Так, давайте мы быстренько с вами еще обменяем ДНК, которую только что нашли. Так, секундочку. У нас получается кто? Ну, я понимаю прекрасно, что у нас Рафаэль. Где у нас Рафик, елки-палки? Что все время не могу найти? Так, Рафаэль Космос у нас, естественно, ребят, с вами перейдет. Как мы только накопим с вами 5000 сюриков на следующий ранг. Так, Пиццелицы, Рафаэль. Давайте мы у него обменяем. О, 140, неплохо. 140 сюрикенов. Так, и больше, я понимаю, мне ни у кого ничего не светит. Ведь так? А нет, вот еще Паукус, ребят. Паукус 35, но этого мало. Этого мало, всего лишь 100 сюриков нам, ребят, не хватает для того, чтобы поднять по рангу. Ладно, не беда. Все у нас еще, ребят, впереди. Так, ну что, у нас, как говорится, испытания, как вы видите, обновились. Не успел я, ребята, сегодня, проспал, так скажем. Хотел пофармить еще немножко Усаги, но не вышло. Ну, турнирная арена, как вы видите, Лига Сёгунов. У меня 52 ранг, мне нужно в Лигу Мастеров попасть сегодня любой ценой. Поэтому надо стараться, надо пытаться как-то это, ребята, сделать. Так, ну что, беру Леонардо. И вместе с Леонардо у меня будет выступать сегодня кто? Кто у меня будет выступать сегодня? Ну, давайте возьмем вот так, так. И, наверное, Зека взять надо будет, мне кажется, здесь. Да, в этой ситуации лучше Зека никого нету. Поехали. Сейчас Зек бросает свои бомбочки. Леонардо делает вертушку, но остальное, как говорится, дело случая. Если все получится хорошо, то они вылетят моментально. Вау, отлично. Давай, Лео, не подведи меня, пожалуйста. Шик и блеск, по-другому не назвать. Кстати, кто-то из ребят говорил, зачем ты берешь себе команду, когда можно одним Леонардо играть. Ребята, объясняю, что за каждого выигранного персонажа, оставшегося в живых, мне дают мутаген, соответственно, очки и кубки. Если будет один Леонардо, он ничего не будет зарабатывать. Вот и весь, ребят, вам расклад.
Так, мы с вами переходим на 43-ю позицию. Что-то как-то медленно, честно говоря, мы с вами перебираемся. У меня есть $406. Возможно, ребята, мы будем с вами брать откаты для того, чтобы попасть в Лигу Мастеров. Это все, ребят, так задумано. Нам нужны с вами осколки, нам все с вами нужно, поэтому будем сегодня стараться. Я возьму, наверное, здесь Усаги. И помимо Усаги возьмем, наверное, так. Они вдвоем, я думаю, здесь справятся, да? Давай, наверное, возьмем Кунаичи и Сплинтера. Так, 60 уровень, шутить, конечно же, не стоит лишний раз и рисковать. Но я все-таки попробую. Так, поехали. Давай, Зэк, свою бомбочку бросай. Красавчик. Так, теперь вертушка. Я думаю, кто-то все-таки выживет здесь, ребят. Кто-то выживет. И это Донателло. Почему-то постоянно он выживает. Ну-ка. Ай, Усаги Малорик. Красавчик, ребята, он. Меня, как всегда, не подвел. Ну что же, мы с вами передвигаемся далее. Так, какая позиция? Покажите мне, пожалуйста. 33-я. Блин, мы на 10, ребята, ступенек всего лишь с вами повышаемся. Так, и я все-таки, наверное, заранее уже куплю здесь откаты. 10, это стоит $250. Берем. Берем, ребята. Нам мало того, что надо в сёгуны попасть. Ой, в мастера, так нам еще там нужно удержаться. Потому что через сколько там? Через 2,5 часа закончится турнир. Угу. Ладно, попробуем, ребята, здесь как-то укрепиться, удержаться. И смотрим, ребят, что у нас по противникам. Пока все довольно мощные. Во, вот, нормуль. Так, кто там? Калашник у нас. Давай-ка, калашник. Повесели-ка нас, братишка. Может быть, я зря, конечно, беру Леонардо и Зека в, ну, в паре. Может быть, достаточно было одного Лео убрать. Но все-таки, ребят, я не хочу рисковать лишний раз. Давайте попробуем сейчас их накумарить. Так, Бакстер Стокман здесь. Он мне не нравится на самом деле. Тут очень много масух. У Донателло есть массовая атака. Так, Бакстер Стокман, мне кажется, сейчас здесь выживет. И не только он, ребята. Ой-ой-ой, кому сейчас прилетит? Хорошо, что у нас Зека он удар сделал. Ладно, давай попробуем массовую атаку от Шреддера. Они выживут, они очень крепкие. Так, тут даже, я боюсь, и Эйприл нам не поможет никак. Да елки-то палки. Ну что, давай попробуем Крысиного Короля с массовой атакой. Ну хотя бы Донателло убили. И, ребята, Зек добивает Бакстера Стокмана. Отлично, никто у нас не пострадал. И мы с вами получаем бонусы в полном объеме. Я надеюсь, сейчас где-то будет 22 или 20 позиция. Проверим. Потому что по 10 ступенек мы продвигаемся с вами. И... Что? Почему 27? Почему так мало? Эй! Да вы издеваетесь надо мной по ходу дела, да? Ладно, я возьму максималку, которая здесь есть. Они тут все максимальные. Ну давай вот этого. Ричард у нас. Да, ребята, Ричард. И давай попробуем. Так, 63-65 уровень. Это, ребята, уже далеко не шутки, на самом-то деле. Возьмем, наверное, Рокзара. Вот так. Постараемся вынести их. Будем надеяться. Скрестим, как говорится, пальчики. И будем надеяться на лучшее. Поехала бомбочка от Зека. Угу. Ну что, пока вроде бы неплохо. Но я боюсь, сейчас Эйприл захиляет. Хотя, если мы сейчас ее подобьем, а мы ее подобьем. Оп! Ошибочка, ребята. Критическая сейчас получилась. Ну-ка. Да ладно, ты серьезно, что ли, вот так вот? Опа, ребята, это что-то новое. Это новый удар. Оу, воу, воу, воу. Ну-ка, а так, если... Да ладно, сейчас добьют, наверное. Стопудово, ребят, добьют. И... Блин, надо уничтожать, ребят, Донателло. Хотим мы этого или нет, надо уничтожать. Вот так, ладно, предположим. Так, смертельный поцелуй, по идее, нужно в кабана отправлять. Поехали. Угу, хотя бы атаку понизили. Слушай, я могу, ребята, вот так вот сделать. Дабы защитить своих персонажей. Еще можно даже попробовать захиляться. Можно ведь? Я не буду рисковать. Я не хочу рисковать, ребята, я так его накажу. И попробуем через Тигриного Когтя добить его. Есть! Ух! Блин, Скарайка, конечно, сейчас могла выйти большая проблема у нас. Потому что если бы она упала, естественно, я получил бы мало очков, мало кубков. И, соответственно, медленно бы поднимался. Так, 15-й, ребята, 15-й у нас ранг. 9 откатов, елки-палки, что ж такое, кого взять? Я не знаю, давай обновим, попробуем. Дайте мне хоть кого-нибудь персонажа с серебряной звездой. Хоть один, пожалуйста, ну... Нет, по ходу дела мы, ребята, с вами дошли до такой кондиции, что забудь... А, нет, вот... Есть, ребятулечки. Так, это у нас Серега. Так, ребят, смотрите, у меня новый баг в игре. Новый баг в игре, он чем объясняется? Вот здесь, например, мне дают персонажа, да? Когда я начинаю обновлять и искать более-менее слабенького персонажа, у меня игра вылетает.
Я не знаю, у всех так или это только у меня. Так что, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Значит, мне придется драться вот с кем-то из этих вот. Ага, совсем радостно, я вам скажу. Ну что же, возьмем тогда хотя бы Эрика. Надеюсь, у меня получится с ним здесь сразиться. Так, возьмем железную голову Рафаэля. Плюс и к этому ко всему мне, наверное, лучше взять на Бакстера Стокмана. Так, возьмем Микеланджело и... Черт, ну 65-й, 66-й уровень. Это очень мощные ребята. И кого мне тут взять? Я не знаю. Вот серьезно говорю, я не знаю, ребят. Давай возьмем вот так вот. В принципе, практически элитная группа у меня здесь собрана. Я надеюсь, мы здесь все-таки сможем как-то устоять, несмотря на то, что противник очень сильный. Так, вначале... Ага, я-то думал, что мы будем первым с вами делать танцпол. Но дудки. Хорошо, погнали. Замечательно. Вот, вот, вот. Давайте, наверное, сделаем еще дополнительную защиту себе. Ну, а теперь уже будем. Будем ли мы сейчас с вами что-нибудь делать? Должны. Так, Рафаэль, ты красавчик. Давай поставим тебя в провокацию, чтобы никто здесь нас лишний раз не трогал. Да хорош, хиляет она. Ну, тем не менее, ребята, она свой отхил потратила, и это для нас большой-большой плюс, потому что теперь мы начинаем разбирать их. Вау, давай-ка, наверное, волну смертельную пустим. Угу, две постепенки повесили, отлично. Так, я боюсь, чтобы Бакстер сейчас, ребята, не стал чуть-чуть. Ха-ха, он не стал, он отдуплился. Так, ну что же, ребят, минус Микеланджело. И даже хиляться не буду, буду просто, ребят, добивать их. Минус Донателло. И Эйприл тоже, ребята, отдуплилась. Все, все шикарненько, все как нужно. Поэтому, ребятушки, посмотрим, куда мы с вами сейчас продвинемся. Так. И у нас вторая, ребят, позиция. Так, ребят, ну что, еще как минимум нам боя 2-3 нужно с вами провести. И мы постараемся это с вами сделать. Так, 66-е, 65-е. Давайте, наверное, вот здесь вот будем. Юсуф тут у нас с вами, вот так вот. Если даже предположить, ребята, что мы с вами возьмем вот этих ребят, 65-е, 66-е, вряд ли они упадут у меня с одного удара. Поэтому нам придется взять, наверное, Ваньку Стиранка, Змею Карай и... А, и кого еще? И больше некого. Змейка Вьюна. Все, ребят, вот такая вот команда у меня будет. Давайте попробуем. Надеюсь, все сейчас зайдет по-топовому. Так, бомбочка пошла. Нормулька. Так, делаем вертушку. Но не упадут, смотрите, ребят. Двое упали, это хорошо. Так, нам нужно наказать кого с вами? Не знаю, попробуем криком. Может быть, кто-нибудь упадет, хотя вряд ли. Нет. Крис Брэдфорд упал, и, скорее всего, Змейка Бьюн остальных тоже добьет. Слушай, нормально, ребят, нам повезло. Давайте смотреть, куда мы с вами перемещаемся. Ну, давай, быстрее, не томи меня, пожалуйста. Время, как говорится, в обрез. Ну-ка. Да, ребята, мы с вами попали в мастера. 94-я позиция, у меня еще 7 откатов. Не знаю, что из этого всего получится в дальнейшем. Так, Минздрав. Кстати, Минздрав уже неоднократно мне, ребят, попадается. И я думаю, да, давайте, наверное, с Минздравом с вами подеремся. Возьмем также Лео, Зека и вот так вот Рафаэля. Теперь, наверное, вот этих вот ребятулек маленьких. Так, у меня еще 4 откатика, поэтому, ребят, скорее всего, можем еще партию с вами сыграть. Сейчас проверим. Так, пошла бомбочка. Главное, чтобы Рафаэль, ребята, успел, говорю, встать в провокацию. Да ладно, это ерунда, что он там делает. Так, погнали с вертушки. Может быть, кто-нибудь все-таки здесь упадет. Никто, ребята, не упал. И понеслась раздача полетов. Ой-ой-ой-ой, паукус. Паукус, ты у меня сейчас, по-моему, отдуплишься, мне кажется, ребята. Сейчас одна какая-нибудь массовая атака, и все, паукус отдуплится. На самом деле, я вам говорю. Так, контратака. Не стоит армагоном, наверное, бомбить. Хотя очень сильно хочется, ребята. Вот этот, скорее всего, массовик-затейник что-нибудь сделает нам эдакое. Мне почему-то кажется, что будет массовая атака. Нет? Отлично, ребята. Блин, мне бы хильнуться на самом-то деле. Чуть-чуть хотя бы. Так, вначале мы добьем с вами кого? Давай-ка попробуем Рафаэля бомбануть здесь. Минус. Так, теперь, слушай, думаю, хильнуться может быть. Или не стоит. Нет, ребят, мы сейчас с вами сделаем... Блин, он хильнется. Придется Рафаэля бомбить. Так, теперь Бибу. А он все, он трупец. Да ладно тебе, почему? Почему не вышло такое, а, ребят? Почему он его не добил? Хе-хе-хе, и добивочный? Да чтоб тебя, вы что, серьезно, что ли? Мы не можем, ребят, про... Во,
Армагон, ну ты красавчик. Своими ракетами он забомбил черепашонка. Ну что же, ребята, по красоте. Давай посмотрим, куда мы сейчас переместимся. И у нас еще будет, наверное, один с вами бой. Какая позиция? Блин, маленькая. 84-я. А, это маленько, у нас остается запаса всего лишь маленечко. Во, ребята, коралл. Или лучше взять не коралла. Давай коралла возьмем, фиг с ним. Так, берем тебя, берем зэка, берем Рафаэля. И вот тут самое интересное, ребята. Потому что если по кому-то из этих персонажей прилетит удар, а он стопудово, наверное, прилетит, кому-то будет очень больно. Откатов я больше купить не смогу. Понимаете? У меня не хватает денег. Там $250 нужно для 10 откатов. Поэтому у нас получается, что этот бой будет последним. Так, вертушка. Я думаю, что пару бойцов здесь должно упасть все-таки. Да как это? Ребят, это просто по красоте. Просто упали все. Ну, естественно, Рафаэль добивает Сплинтера. Так, давай посмотрим. Мне, конечно, будет обидно, что если меня, ребят, скинут с мастера, с Лиги Мастеров, до Сёгана. Но, тем не менее, все равно мы с вами получим довольно неплохой ревард. 74-я позиция, понимаете? 74-я. Один откат. Он ничего здесь, ребят, не решает. Зато у нас 103 монеты. Значит, мы с вами купим карточки. Карточки, так... Еще раз посмотрим внимательно, все ли у нас тут потрачено. По-моему, все, да? ДНК двойных у нас нету. Карточек, точнее. И, да, ребят, ничего здесь нам не сулит и не светит. Единственное, что я могу сделать, это поднять лису, например, до... Погоди, не найти мне нужно. Поднять ее до 45 уровня. Лисичку нашу, да? Я думаю, надо это сделать. Сколько там? Раз, два. Все. Дальше не могу, потому что нужно, ребята, ее поднимать по рангу. Только после этого мы сможем ее прокачивать далее. Так, здесь у нас все сделано. Здесь у нас пицца вся, по-моему, да, найдена. Пицца найдена. Испытания еще не начались. Приключения нам пока не нужны. Турнирную арену мы на данный момент закончили. Поэтому, да, ребят, зайдем в магазин. И где у нас там предметы в плане монеток. Вот монетки. И мы с вами покупаем Донателло Космос. Отлично. Так, а разыгрывается у нас кто? Ревард кого, ребята, у нас? Так, это у нас, по-моему, если не ошибаюсь, Микеланджело, да? Микеланджело Космос. Ну что же, отлично. И ревард должен быть хорошим. В общем, ребятулечки, через 2 часа, ну, немножко попозже мы с вами увидимся, потому что я все равно буду снимать сегодня серию. У нас сегодня, не забывайте, будет арена. Это как бы второй видос за сегодняшний день. Так что, ребятушки, увидимся с вами позже. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.